Заключительный пятый этап многодневной сочинской велогонки впервые в истории современной России проходил на центральных улицах города. Последний раз спортсмены здесь соревновались еще во времена Советского Союза. Им предстояло преодолеть 45 километров. Это самый короткий этап турнира, но при этом довольно сложный, отмечают гонщики, так как на отдых времени нет. На прохождение дистанции потребовалось чуть более часа. Чтобы выявить победителя, понадобилась помощь техники. Кто же первый? Это будет фотофиниш! Камеры показали, первую финишную черту пересек спортсмен из тульской команды, чемпион Европы Николай Журкин. На этих соревнованиях на его счету это уже третья победа. Интереснее, конечно, когда там в горы поднимаешься, виды какие-то открываются. Все-таки красиво едешь и смотришь, можешь посмотреть слева, справа, потому что медленно едешь. Гонка сегодня, она хорошо для зрителей, короткая, но, честно, посмотреть по сторонам некогда. Очень нервная гонка, быстрая, много поворотов, некогда смотреть. Кстати, среди немногочисленных зрителей этой гонки были и звезды отечественного велоспорта. Поддержать спортсменов приехал трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Якимов. После уже олимпийских игр, проведенных в Сочи, город зарекомендовал себя как город таких больших спортивных славных традиций. И мы хотим эту гонку возродить и поднять до уровня международных соревнований. Впервые подобные соревнования на курорте прошли 5 апреля 1954 года под названием «Всесоюзная весенняя сочинская многодневная велогонка». По ее результатам тогда была сформирована сборная страны для участия в крупных международных состязаниях. До 2009 года турнир проводился на Черноморском побережье, затем в связи с подготовкой города к Олимпиаде была сделана многолетняя пауза. И теперь Гран-при Сочи снова собирает лучших велогонщиков страны. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.